Привет, друзья! Пришла в свою теплицу. Надо тут освобождать место. Где-нибудь с какой-нибудь стороны. Точно еще пока не придумала. Наверное, с этой. Надо освободить место. Здесь уже кусты почти голые. Да и уже они... Ну, хотя вот на верхушке созрели. Видите, как хорошо оранжевые. Прямо даже очень созрели. И освободить место, где сложить пока временно капусту. Ну, чтобы попрохладнее. Но уже пора ее убирать. Особенно средние сорта, которые не сильно поздние. Видите, один качан огромный треснул. Я его срезала. Поэтому надо освободить здесь местечко для капусты. Собрать помидорки. Уже ведро принесла для помидорок. Посмотрите, какие шикарные стволы у помидорок. Поэтому я их, не боясь, измельчаю в компост. Сразу секатором, намеренько в тачку. И завезу туда и высыплю. Вот, друзья, одну сторону очистила. Видите, сейчас веревки позацепляю за краешек, чтобы не мешали. Там траву еще вон сбоку вырву. И можно будет постелить под бонд. И сложить сюда капусту пока временно. А, перекапывать буду потом теплицы. В прошлом году я тут, по-моему, до Нового года все рылось. И вот посмотрите на этот помидор, который просто воткнула в землю пасынок. Посмотрите, как он тут завязывает помидоры. Ну, конечно, они тут не созреют. Ну, просто какое интересное растение помидор. Видите, какое жучее. Растет и растет, и растет. Я даже его тут не поливала уже 100 лет. Забыла про него совсем. Ой, на этой только на одной стороне. Посмотрите, сколько еще насобирала помидор. Целая большая миска. И там в ведре помидоры, а сверху перцы, которые росли на этой стороне. Эти капли мои. А на этой стороне там перцы еще в конце, вон, более красные. Ой, уже не знаю, у меня в морозилке полно перца. Что мне с этими перцами? По-моему, и в погребе полно перца маринованного. Может сделать... Ага, перцы в томатном соке. Уже томатного сока тут столько не наберешь. Ну, не знаю, посмотрю, что я буду делать с этого перца. Еще не решила пока. Перца еще полно. Видите, он красный. Красивый. Гагашары как-то слабо зреет. Вон, смотрите, они такие толстые. Очень толстостенные. Вообще, перец просто супер. Из всех перцев, которые я ела, пока что он мне больше всех понравился. Очень сладкий, мясистый. Ну, как-то плоховато зреет. Посмотрите, эти капли уже вон доверху. Вот он начали зреть. А гагашары мои, видите, какие здоровые. И вон один краснеет. Видите, что-то так только прозовели. Ну, мои там в ведре, которые с улицы после мороза, вон они там почти подозревали уже почти все. Надо этот будет убрать. И пусть постоит немножко, может, покраснеет. А на той стороне еще тоже море помидор. А здесь черри, посмотрите, бедные, уперлись в потолок. Я их тоже пособираю в миску, и они вот эти, которые вот такие светленькие, красивые, они еще прекрасно дойдут. Еще буду есть помидоры, ой, не знаю сколько. Вот так, друзья. Посмотрите, какая сегодня чудесная погода, светит солнышко. Прям хочется лечь на травку. Но травка целый день мокрая. Посмотрите, как прошли дожди, травка как отошла, красивая какая, зелененькая. Ну, еще придется косить, наверное. Надо свеклу убирать, может завтра, вроде завтра тоже тепло. Вот это та, которую я рассаживала в грядке. Смотрите, крайние свеклины просто тут бомбического размера вырастали. Которые в центре чуть поменьше, а крайние вообще огромные просто. И вон мои тыквы, красавицы, видите, на солнышке, как хорошо. Как хорошо им там на солнышке. Как-то мне безвременник не хотел цвести. Весной вылезет, а осенью не вылезает. Посмотрите, зацвел. Видите, какой красивый цвет? Вылез, наконец-то. Все, надо здесь убирать петунии. Они уже, конечно, цвести не могут, поэтому зачем их тут мучить? Пока погода, надо все убирать. А потом, когда будет холодина, о, как не будет хотеться убирать огород.
Вон мои пеларгонии. У меня тоже тут еще на улице бедные стоят. Надо помыть горшочки, обрезать все ненужное и забирать домой. Временно поставлю их в веранду пока, чтобы там, может, где мухи в земле сложили яйца, они обязательно вылезут. Земли немножко подсыпаю. Тоже этим надо заниматься когда-то. Ну, вчера ветрюга была, посмотрите, сколько яблок она обтрясала. Надо все собирать. А вот здесь бархатцы не замерзли, сам отцветут. Посмотрите, как красиво. А лису я вообще от него просто балдею. Красота, правда? А запах какой у него. Еще и пчелки там он летают. Никак хризантемки не могут расцвести. Вот одна. Немножко больше тут. Наверное, здесь теплее ей тут. В окружении лаванды. А эти никак не хотят зацвести. Видите, бутонов, бутонов, море. Но они расцветают почему-то. Петунью эту вырвала. Вон и георгинки замерзли. Видите, надо убрать. И эту петунью убрать, она уже не цветет. А вот этот чудо-алис у меня в колесе. Посмотрите, как красиво. Как красиво смотрится. Ковром просто огромным. О, мозоль какой от секатора. Кошмар, ужас. Ну тут уже было больное место от утюга чуть-чуть. А сегодня добавила. Ужасно. Потому что я решила убирать и сразу секатором измельчать, и потом вести в компост, чтобы не рубить потом топором. О, видите, как я тут заморочилась. Ой, короче, убрала из колес. Бархатцы, петунии убрала, все измельчила. Видите, все, остались одни алисумы у меня. Здесь все убрала. Надо еще розу ту вырезать, все сухое. И, наверное, вообще тут ее вырезать. Пусть молодые выпускают веточки. И здесь все убрала, чтобы хризантемкам здесь было хорошо. Надо будет их, наверное, чуть-чуть, может, подкормить чем-нибудь. Или золой подсыпать, чтобы им было легче зацвести. Не знаю, что им тут надо сделать. Но что-то надо. Вот такая красота у меня тут, видите, получилась. Вот такой кусок работы. Вот уже и темнеть начинает, видите? Небо стало темное. Может, опять и дождь пойдет. А мне пора идти домой. А вам, друзья, желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока!